Упоровский район посетили участники агитационного пробега «Дорогами памяти, дорогами мира». Акцию организовали участники из поискового отряда Тюменской области. За неделю волонтеры посетили 8 районов, где рассказали местным школьникам о своих достижениях, провели уроки памяти и показали находки с полей сражений. Организаторы считают, поездка получилась продуктивной. Казалось бы, элементарные понятия, которые нам, может, с вами еще кажутся такими, ну, априорными, да, естественными, да, что война – это страшное дело, страшное событие, великое в нашей истории. У детей сейчас, у современных, этого нет, этих понятий, этих представлений. Им нужно их доносить, им нужно их, грубо говоря, формировать у них в голове. Вот как раз мы этим и занимаемся.